Знаете, там что происходило? Вы представьте себе пруд там такой, чудеснейший пруд. И в этом пруду вереницей плывут черепахи. Солнышко так светит, ну это центр Вивекананды, этот Йогананды. Там паломники, там медитируют, приезжают раз в два раза в год, тысячами там. Но в этот момент, когда я там был, не было паломников, это в Калифорнии. И там, значит, вот это плывут, значит, деревья чудесные, ну солнце. И этот пруд большой такой, ну как озеро небольшое. Плывут эти черепахи, я видел счастье. Счастье у черепах. Как это выглядит, сейчас скажу. Вот они плывут, плывут, плывут. И вдруг какая-то из них переворачивается на спину, дальше плывет на спине, а потом опять переворачивается. Это невероятно. Это такое ощущение возникает. Вот, ну, они живут, наслаждаются вот этим ощущением жизни. Переворачиваются так, плывут, наслаждаются. И у них нет проблемы какой-то, как типа там атомная война скоро будет, или там где деньги взять, там, или еще что-то. Вот это ощущение жизни. Вот это у меня вот связано с этим образом плывущей черепахи, которая перевернулась на спину, потом опять перевернулась и дальше. Вот это вот такое чувство.